Всем привет, привет. Доброго времени суток, так скажем. Добрый вечер, доброй ночи и доброе утро. Короче, угадайте, куда я иду. С самого утра. С ведерком. За помидорами. Домашними вкусными помидорами. Ё-моё. Вчера я их не собрал. Вот, поэтому сегодня пойдем. Сейчас что-нибудь дособерем. Вот, я вчера заметил, когда поливали и убирали кое-что на огороде, заметил, что где-то есть у нас помидорки. Вот. Только теперь бы вспомнить, где я их видел. Ага, вот же они, смотрите. Вот. Короче, видите, они еще немного зеленой такой вот. Но я, короче, их уже собираю. Я такие собираю, потому что я просто, ну я не могу. Я слышу этот запах, я балдею просто. От помидор просто капец как балдею. Ну вот еще один спрятался, красавец. А вот еще, вот еще они, какие-то черики, блин, маленькие. Вот. Ну ничего, они такие же вкусные. О, красавцы, вообще красавцы, блин, ё-моё, просто красавцы. Зайка говорит, где-то здесь тут в краю, в конце, на ряду, короче, были где-то. Вчера, когда поливала, видела. Они спрячутся еще, поняли? Вот. Короче, сейчас соберем помидорчиков. Зая что еще приготовит, там не знаю что. Но салатик обязательно. О, смотрите, опа, висит. Ага. Кстати, я хочу вам показать, ребята. Вот. А эти свои, короче. Свои детище, блин. О. Смотрите. Вот моя ладошка. Оп. Ага. Это кавунчики. Кавунчики. Ульки здоровенные, а? Класс, да? Супер просто. Вот, еще есть, короче, маленькие такие. Вот такие вот, смотрите. Вот, видите? Вот. А еще у нас, короче, есть одна дынка. Вот. Ну, может, конечно, их есть и больше, но я вчера заметил только одну. Кстати, дыни такие волосатые вначале вырастают, что просто капец. Я не думал, что они такие волосатые. Вот она. Вот она, смотрите, какая дынька, а? Вот рука, чтобы вы видели, размер понимали. Видите, какая она волосатая. Капец просто. Вот. Ну и все, короче, больше я ничего не видел, но меня это даже тоже радует. Радует меня. Ну что, блин, она сказала, она в последнем ряду много помидор. Но я реально один только нашел. Что за фигня, что за подстава? Может, я их не заметил, а? Может, я их не заметил? Ну, это не где-то прячутся, а? Кстати, видите, какие, блин, здоровенные кусты прям ложатся. Вот. И, блин, собака подвязать нечем. Вот. Я еще, короче, в начале года два-три назад. Короче, делал такие штучки специальные. Короче, палочка такая, ну, металлическая. Это квадрат. Так, от ветра, да? Металлический квадрат. И на него наваривал такое колечко сверху. Чтобы, короче, за это колечко цеплять проволоки и веточки подтягивать, короче, типа к верхушечке. Вот. Короче, практиковал такую хрень. Вот, я вам скажу. Ну, у нас просто помидор было дохренище. Вот реально дохрена было помидор. Вот, чтобы не сбрехать, ну, я не знаю, 1/3 точно помидорами была засажена. Так вот. Эти, короче, ну, палочек не настачишься. Я вам так скажу. Поэтому, блин, половина лежала. Вот. Вот еще есть, видите, тоже черики. Черики. Короче, оранжевые, ну, пофиг. Вот, я их тоже сорву. Этим, ладно, уже дам доспеть. Сейчас еще пробежимся. Черики. Что тут еще? Может, что-то где-то... О! Ну, все, пожалуйста. Лежит, ждет меня. Вот еще один. Тоже уже, в принципе, пойдет. Пойдет. Еще как пойдет. Думаю, в салатик. Так, все, еще зеленое, совсем зеленое. Ну, во, пожалуйста, урожай, блин.
никак не поспеют они. Так климат, ребята, сейчас, короче, ночью, я не знаю сколько, но, блин, ночью реально холодно. Вот, ночью надо прямо в этом, прямо в кофте садиться, поняли? Вот, потому что дубарь ночью. Вчера забыли закрыть окно, вот, в комнате. Ну, как забыли, мы, в принципе, все время открываем, чтобы вечером было, знаете, прохладнее и легко спать. Так я вам скажу, спать не то чтобы легко, а очень даже хорошо. Холодно. Под одеяло заныкалось, это капец. Залазишь под то одеяло и пытаешься согреться. Потому что реально дубак был. Так что из-за этого, мне кажется, они и спеют хуже. Правильно? Я правильно рассуждаю? Вот. Помидосики. Не знаю, обожаю домашние помидоры. Все. Блин, маловато, конечно. Ну ничего, ничего, подождем. Это же еще... Это все только начало, ребята, только начало. Скоро как попрут, блин, а что не будем успевать съедать, я вам говорю. Консервация и так далее. Все, здесь помидоры. У нас просто так получилось, чтобы поняли. Помидоры везде есть. Куда ни плюнь, везде помидоры. О, все. О, ну все, здесь помидорчик какой-то. Оба. А ну давай. Оба. Ой, это плохой помидор. С немножком выкину. Вот. С огурцами здесь рядом помидорки тоже растут. Он хорошие такие. Это крупные помидорчики. Вот. Вот здесь тоже помидорчики, тоже крупные, но еще не созрели, видите? Ё-моё. Ох, ну что, хватит, наверное. Опа. А это кто здесь такой запрятал? А, блин. Еще не готовый. Не готовый, товарищи. Вон, снизу вроде готовый. Ё-моё, это капец. Ха, смотрите какой. Вот такой вот. А этот, видите, еще желтоватый. Все, ребятки, короче. Что я, блин, с вами разговаривался сильно. Погнали. Все, зайки, помидорки хай что-нибудь готовит. Доброе утречко, я еще с вами не здоровалась. А у нас что? Завтрак, обед, как обычно. У нас сейчас почти... Не, у нас сейчас уже 11 часов. Я приготовила гречку. И вот эта котлета, что мы покупали, это печеночная котлетка. Ну, кто смотрел наши обзоры, да, в этом... Может? Давай чуть-чуть с краечку. Тут. Сразу говори, что с этой. Да, это насиня амаранту. Это, короче, пищевая добавка. Выглядит она вот так. Значит, там куча витамин, для всех органов хорошо, для желудка хорошо, для всякой-всякой разной всячины хорошо. Ну, все, смотрите, идеальное очищение организма сприяет снижению массы, ну, то есть похудению, это самое, и корыстные замены хлеба. То есть можно без хлеба хавать. Да. Но мы сегодня будем хавать с белым хлебом, вы представляете, с белым хлебом. Почему? Батоном, батон, багет, батон. А почему? Потому что мы забыли, что у нас нет хлеба, мы его просто не купили. Здесь у нас бессмысленно, черного, наверное, нету, да, у нас не, на районе покупать. У нас покупать. Есть, он такой, да. Не такой, как мы любим. Да, мы в последнее время не берем много хлеба, потому что он у нас пропадает, да? Конечно. Мы такие едоки, то едим, то не едим. Вот, и поэтому я же говорю, что как-то затыкали за хлеб, и хорошо, что морозилку сегодня, кстати, поставили размораживать, и я нашла там кусочек батона вот такого, вернее, багета, как всегда, вон, из домашних помидор, что, вкусно? Ничего так, котлета. А ну, покажи, какая пойдет она вообще. В разломе. А ну-ка. Вот, девочки, пожалуйста. Мы говорили, что будем показывать, какое это едо. Едо с ермолинских, как их, как там, полуфабрикатов, да? Да. Вот я покупала, кто не смотрел обзоры, купила такая буквально... печеночная, реально. Да? Угу. Купила буквально несколько котлеток вот этих печеночных, там несколько куриных, ну такое, я уже говорила, показывала. Вот. И сегодня, что думаю, морозилку что-то разморожу. Думаю, елки-палки. Котлеты. Реально печенка есть. Ну так. Печёночный этот. Вот это Аня, которая продавщица. Ну как Аня? Анна, будем говорить так, потому что, ну, это не девочка, а женщина. Вот она говорит, что говорит, я даже такие печёночные котлеты, говорит, брала себе на печёночный торт. Она их просто разморозила. Mm. Несколько штук. Они большие. Все, и пожарила печёночные коржи. Вот. И сделала себе печёночный торт. Так что вот такие пироги. Вот. Прикольно. Да? Можно брать. Можно брать, да? Вот видите, пожалуйста, Николай говорит, можно брать. Все, кто кушает с нами, приятного аппетита. Кстати, огурчики вот у меня, видите, корявенькие, кривенькие, но зато домашненькие.
И что самое интересное, они не горькие. То ли мы лучше стали поливать, да? Угу. То ли все-таки этот гумат супер повлиял очень хорошо. Коля кайфует от помидорков. Угу. Я тоже, кстати, их ем. Ну, только огурчика люблю сначала, а потом уже можно салатик. Так что так. Все. Всем приятного аппетита, кто кушает с нами. Конечно. Конечно. И, кстати, забыла совершенно сказать, девчонки, мы вчера говорили, что смотрели фильм «Потеряшки», что начали его смотреть, что типа вначале прикольный, все классно, все такое. Потом такое началось, да? Не смотрите. Ну, оно, я не скажу, что оно совсем полностью говно, но актеры играли так себе. Ну, вообще. Да. Поэтому, если что, не смотрите. Сейчас мы вон под обед начнем смотреть, написано прям «Ржачная комедия», «Сопляки» с Галустяном. Посмотрим, что за сопляки, да? Сопляки как-то так. Если он там вообще есть. Не, ну, вроде бы есть. Посмотрим. На картинке можно что угодно поставить. Ну, не знаю, посмотрим, короче. Написано «Ржачная комедия». 2020 год. Посмотрим, что за это самое. И потом вам обязательно скажем. Так что так. Всем приятного аппетита. Так, девчонки и мальчишки, хочу сказать, что называется фильм не «Сопляки», как написано. Он, видите, написано «Сопляки». А в начале фильма было написано «Миша портит все». Так что, если что, называется фильм «Миша портит все», я так понимаю, да? Угу. Вот. Но если будете искать в Ютубе, то вон «Сопляки», пожалуйста, 2020. Так что так. Вроде начало ничего.